Всем привет, друзья! С вами Светлана. И многие из вас писали мне по поводу квартиры на длительный период в Анапе. В Анапе вот этот мой первый вариант, который реально на длительный период. Это у нас однокомнатная квартира в центре Анапы, Южный рынок, микрорайон, то есть через дорогу Южный рынок. Это Астраханская 84, и я вам сейчас ее покажу. По стоимости тоже обязательно расскажу в конце видео. Здесь у нас прихожая встречает нас с вами, здесь можно обувь поставить, вот небольшое трюмо. Прихожая с крючками. Здесь у нас разводка электрики. Протянули вот на днях интернет, поэтому пока вот так вот висят провода. На полу здесь у нас кафель, плитка. Давайте я вам сначала покажу санузел. Санузел вот такой вот небольшой. Унитаз, раковина, шкафчик и вот такая душевая кабина. Из полотенцевешалки. И вот такой вот полотенцесушитель водяной. Такой вот санузел. И заходим в зону кухни. Кухня небольшая, квадратов 6-7, ну зато как бы все, что нужно, здесь есть. Стиральная машина, новая микроволновая печь, мойка. Здесь у нас посуда с чашками, ложками, вилками. Газовая плита. Кстати, проверяли на прошлой неделе, приходили с газа, что нет утечек, есть подтверждение и есть чек. Электрический чайник. Ножи. Здесь у нас крупы, соль, сахар, кофе. Вот здесь у нас большой балкон, но мы обязательно на него проследуем. Вид, соответственно, тоже вам покажу. Балкон вообще 6 квадратов замечательный. Вот такой вот холодильник. Все, что вы видите, работает и будет, соответственно, при вашем заселении. Очень светлая, интересная квартира. И вот у нас жилая комната, она большая, 18 квадратов. В нее встроен шкаф-купе, такая ниша под гардеробную, больше даже телевизор. Здесь получается 700 рублей в месяц, коммунальный платеж за интернет плюс телевидение, Wi-Fi роутер, соответственно, ТВ. Двуспальная кровать, смотрите, есть еще надувной матрас. Если у вас там 2, 3, 4 человека, если вы, в принципе, влезете на матрас, без проблем. Сейчас я вам его покажу. То есть, ну, вообще 2-3 человека. Соответственно, если вы хотите втроем-вчетвером, то вам надо брать с собой постельное белье. Ну, либо это как-то можно пересчитать в коммунальный платеж потом. Смотрите, дальше здесь у нас есть, ну, будем считать это такой элемент того времени, мне кажется, очень даже хорошо смотрится этот трюмо, сервант даже. Есть кондиционер, пожалуйста. И давайте я вам покажу обязательно балкон. Балкон вообще у нас солнечный, просторный, шикарный. Видите, тут у нас еще табуреточки, сушка, пожалуйста. Сетки москитные, это вообще будет актуально тем, кто будет здесь летом отдыхать. И вот такой вот вид из окна. Представляете, когда тут все зазеленеет? Это что у нас сейчас только начало марта. Вот, кстати, Южный рынок через дорогу, как я вам сказала. Вот он, микрорайон 3А. Вот здесь вот огни Анапы, вот там вот микрорайон 3А. Так, и вот смотрите, я зашла с другой стороны дома, специально на балкон, поднялись повыше, чтобы показать вам вообще, что здесь еще с этой стороны есть. И вот смотрите, вот отсюда, если честно, реально есть вид на море, но там у нас песчаные пляжи. Ближайший проход на море вот... Ориентировочно, где вон та труба стоит, в ту сторону, это будет пляж 40 лет Победы. Он, ну, как вы понимаете, здесь, можно сказать, по диагонали, по прямой. Ближе придумать нельзя, то есть цена очень отличная. И сами понимаете, что все, что вам нужно, все рядышком, на ладони, в пешей доступности. То есть если вам, ну, придется долгое время жить, чтобы узнать Анапу, то мне кажется, этот вариант вот самый лучший вариант. Малосемейка, девятиэтажная, мы на 8-м этаже, здесь есть лифт. Из минусов, наверное, это то, что малосемейка. То есть, ну, если вы берете квартиру не из-за подъезда, а ради того, чтобы жить и быть в центре, то отличный вариант. Как вы видите, здесь есть детская площадка, водичка питьевая вот возле вот этого дома, бужор, 20 рублей 5 литров. Ну, хозяйка говорит, вообще отличная водичка. Вон соседняя еще одна площадка детская. Вся инфраструктура, вот, пожалуйста, на Южном рынке, там же Магнит у нас, на Некрасова. Пятерочка, ой, на Толстого Пятерочка, на Некрасова еще один Магнит. Ну, это вот все, вы понимаете, шаговая доступность. Вот там вот между домами, там вообще промышленный рынок, улица Промышленная. Если поехать дальше на две остановки за хлебозаводом по Астраханской, попадете на Красную площадь. В ту сторону пойдете, попадете на море Черное, на высокий берег.
в ту сторону у вас там парковый микрорайон будет. Ну, я думаю, что по карте, если глянете, Астраханская 84, вы прекрасно поймете, в каком вы месторасположении будете находиться. Эта квартира стоит 12 тысяч плюс коммунальный платеж. Коммунальный платеж — это у нас по счетчику свет, вода и газ у нас ежемесячно 140 рублей и ежемесячно 700 рублей интернет плюс телевидение. То есть никакие такие дополнительные там за капремонт, еще что-то мы с вас брать не будем, только по счетчику, только то, что вы честно, так сказать, сожгли, без всяких переплат. Ну и, соответственно, минимальный срок — это полгода, то есть, ну, вообще желаемо год, чтобы эта квартира сдавалась. Не будет повышения на летний период. Вот сейчас у нас начало марта, и вот, грубо говоря, до следующего марта ее можно снять, либо с апреля по следующий апрель, либо там с апреля по декабрь, там, ноябрь можно. Ну вот полгода минимум, если вам интересно. Это будет интересно еще и тем, кто хочет там найти квартиру на лето дешево, но при этом минимальный срок все-таки у нас 6 месяцев. То есть 6 умножаем на 12, это 72 тысячи за полгода. Единственный нюанс, то что на 3 месяца летом снять ее не получится. То есть вы либо снимаете ее минимум на полгода, либо, извините, тогда оплачиваете полгода и снимаете только летом. Как вам удобно, но коммунальный платеж обязательно будет приплюсовываться. Даже с учетом, что вы приедете на 3 месяца летом и, ну, заплатите как будто за полгода, это все равно вам выйдет дешевле, поверьте, чем вы будете снимать посуточно. Можете промониторить, это отличная цена за такое предложение. Ну, а с вами была Светлана. Если понравилась эта квартира, я здесь заселяю вас, выселяю. В общем, обращайтесь, будем рады вас видеть здесь, в этой квартире, на длительный период. Узнавайте Анапу, ведь действительно здесь все в шаговой доступности. Как раз за это время можете узнать город получше. Всем пока-пока, пишите комментарии. Цена, кстати, адекватная и обоснованная, то есть на длительный период без повышения на лето, это реально очень классное предложение, 12 тысяч плюс коммунальный платеж. На этом все, друзья, всем пока-пока, пишите комментарии, до новых встреч.